Привет всем, вы на канале Beer и Game. Мы продолжаем проходить Outlast 2. И остановились мы с вами на какой-то беготне очередной. Я каждый раз, когда мы играем в Outlast, в любой Outlast, я говорю, что мы остановились на беготне. А здесь такие беготни. В каждой серии, да, потому что здесь только... Здоровый парень, 28-летний, бегает. Дай пройти. Как такое может быть? Как ты прорвала? Дай пройти. Фэ. Чего тут надо делать? Да пошел ты нахер, козел! Ох, ужас. Ужас ли? Я ужас, летящий на крыльях ночи. Я козел, который носу. Я жвачка, прилипшая на... Подожди, нам не туда по-любому. Куда нам бежать? Под кровать. А, нам посоветовали прятаться. Я забыл кнопку, забыл почитать. Ку, что ли, нажать? Или хер его знает? Кого ты тут ищешь? Хама-хама, говорю, альт, обернуться. Он ушел? Нет, вон он, вон-то. Там шарится. Флэш? Флэш, он сказал что-то? Офигенно. Идет. Хорошо. Дети все они. Крюки для плоти. Да уходи, нам надо идти уже, ты понимаешь? О, что-то мигает, смотри. А, это у тебя прицел такой, точечка. Самое главное, мы должны запомнить, что они ходят по какой-то определенной траектории и куда-то уходят. Правильно, мы... А чё он туда пошел? Мы, значит, смотри, попробуем... Значит, надо туда идти обратно. А там второй мудак был. Ого, смотри. Он ходит по-разному, пора... Ух, убирай камеру, да? Он ходит по-разному. Нам советовал хама, чтобы, ну, выключать камеру, так сказать. Ну так, просто говорю. Так мы и так ее стараемся беречь. Да, да, надо беречь. Вероотступники. А кто верит, тот с нами. А кто не верит, тот умирает. Вера делает так, что всех убивают. Интересно, вот с этой стороны можно вообще пролезть? Чуть-чуть тогда? А куда нам вообще идти-то, ё-моё? О, даже можно чуть-чуть. Нет, чуть-чуть не будем. Даже чуть-чуть здесь нельзя будет. Надо... Смотри, он ползает тут, представляешь? Я поворачиваюсь, он как будто ползет. Ну, где ты там? Вылезай давай, или куда ты там идешь? Это нам надо куда-то идти, наверное. Вот сюда под кровать забирайся. Хер, ты где? Тихо. Ай. Идешь? Жизнь, вот это самое лучшее место. Как хорошо, так темно. Ну ладно, посидим под кроваткой нахрен. Мы эти бугимены будем пугать всех, за ноги хватать. Угу. Иди давай отсюда. У кого волосатые и не подстрижены ноги, того и будем хватать. Мне кажется, он сейчас уйдет в ту комнату, потому что, помнишь, он первый раз ушел в ту комнату, потом... Ну иди, а ты теперь выходи. А куда нам надо-то, ё-моё, я вообще не понимаю. В ту сторону куда-то идти. У нас миссия есть? Все, он ушел. А там второй был. Сползай. Фу-фу. Куда? Не сюда явно, только вниз. Так, подожди, эту дверь можно закрыть, но защёлку нельзя закрыть. Можно. А в шкафу что? В шкафу. Смотри, он сейчас пойдет нахрен. Сейчас пойдет. Беги! Открывай! Беги! Куда? Вот сюда! Беги, пожалуйста, беги! Чё, загасился, мудак?
Блин, надо было, по-моему, в ту дверь. Дверь была открыта. Или нет, что? Ты видел, он куда-то между каких-то да, ящиков? Да, я разок попробую. Или ты пробуй, давай, ты уже забыл. Хер ломится. Хер лоб. Нихера себе, вовремя спрятался. Давай. Чё, иди. Давай, так сама иди. Чё-то. Ну или давай я. Я вообще не понимаю, куда идти нахрен. Вот сейчас он туда спрячется. Какая миссия у нас здесь? Видимо, бегать все равно придется. Мессия! Свалил, свалил. Там второй, что ли, внизу? Или кто там, гнида? А, пошел ты нафиг. А ты знаешь, куда бежать, что ли? Да вот просто бегу, куда глаза глядят. Туда. Вот здесь где-то можно пройти. Давай. Беги. Еще толкать надо было. Слушай, так зачем ты идешь? Надо подождать, пускай он тоже уйдет нахер куда-нибудь. Который нижний, что да. ли? Они, наверное, никуда и не уйдут. Так мы не успеем толкать. Может быть, успеем, если просто надо было понять, наверное, что делать. Давайте попробуем еще раз. Попытка номер 2, говоришь не ты. Вспомни меня, вспоминай меня, пусть зайдет на небе. Наша звезда, вспомни, как горел закат, как кружился листопад. Как было крови и кишочков много на полу. Все, достаем камеру и пошли. А зачем? На койку что? Дверь закрыть надо, точно. Двери надо закрыть, я понял. Все, иди, рубит. Иди ты нахер, лупа долбаная. Аж, лечиться. Хер мотай быстрее, то есть не хер, а чувачок. А что такое? А, я думал, глюк опять. Сколько можно глюков-то? Убежала. Упала шляпа. Упала она. Вообще не понимаю, что происходит. Ух ты, ёб твою налево. Иди вперед, чё ты? Что там за херня? А, это Джессика прикованная, прикидываешь? Или кто это? Слушай, пойдем отсюда нахер. Все, видео получили. Мухи получили. Какие-то летают. Уходим тогда отсюда нахрен. Пошли. Подожди, ой. не толкай. А что мне делать? Дверь открой. Какую дверь? Вот. Ты толкать надо? Пойдем отсюда нахрен. Что это за хрень? Я думаю, я знаю, что делать. А я вот не знаю. Я знаю. Короче, смотри. Разбегаешься и ползти надо, понятно, это понятно. А я думал прыгать. Дерьмо. Да, дерьмо. Без камеры, пожалуйста. Дерьмо, без камеры, пожалуйста. Дерьмо без камеры, пожалуйста. Можно дерьмо, а можно без камеры. Надеюсь, никто нас ловить не будет сейчас, никаких резких моментов. То и так нам тяжеловато как бы тут идти. Ой, опять записочки, так, ну это... Ну, почитаем, что ж поделать, надо читать. Ну, читай. Господь знает, что я сделала, и он заставляет меня смотреть на это, когда я слаба или испугана. Не моя вина в том, что Иуда не умел плавать, или в том, что он чувствовал ко мне похоть. Я бы спасла его, если бы у меня хватило сил. Я не сомневаюсь в тебе, Боже, но, пожалуйста, перестань мучить меня этими кошмарами, которые появляются даже наяву. Я не могу больше смотреть, как он тонет. Прими мою смерть как покаяние, ведь я ношу ребенка папы Нота, и меня терзают страдания, каких я никогда раньше не знала. Ребенок в моей утробе определенно дьявол, об этом можно судить по появляющимся мне кошмарам и мучениям. Я твоя. Чья твоя? Я моя манамана камака. Почему здесь лежит эта записка? Непонятно. Ох, ну, какой-то вообще не что-то здесь не связано, в общем-то. Ладно, ничего пойдем. Не связано. Пойдем. Сохранение, пожалуйста, давай. Главное, движемся, и главное. Это и главное. Что?
вот, спасибо. Вот, еще прошли контроль. Как Far Cry, да, по одному сохранению. Плохо, что их нету в самой игре. Не загрузить там то или иное. Если что-то встрянешь или глюк будет, все заново перепроходить надо будет. А, надо сохранение оставлять точно, ё-моё. На... Где это сохранение лежит, надо будет... Будет найти. Не, ничего не видно. Ну ладно, здесь ни хрена нету. Фермеры одни тут какие-то. Только в дверь заходи и все, похрен. Обратно что ли бежать? Беги обратно. Чего ты? Чего ты испугалась? Да похер на него. Козлина, куда бежать? Чё заперто-то, ёб твою мать? Иди в жопу. Откуда он сзади взялся? Кать, да чё ты испугалась? Чё тут пугаться? Это конец. Я пукну от радости и всё. Давай беги. Ну, обратно нельзя бежать. Блин. Конечно, фишка в том, что плохо, хоть бы он ногой дрался там, ну, ё-моё, вообще бред какой-то. В дверь убегай вот эту. Вот в эту дверь убегай. Вот в эту. Да что все заперто-то, ёб твою налево. В окно нельзя. А, наверх, смотри, какой-то проход. Да заткнись ты, хер моржовый. Как у вас здесь все... Контрол. В бочку не надо. Беги, правильно, туда и беги нахрен. Бег с препятствиями нахрен. В дыру, в дыру! Ползи, В, или что там? Ай, зад подрубят! Греби, 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 греби давай! Греби, давай, греби, 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 будешь молодцом, будешь жить! Давай, 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 мы болеем, уже столько болельщиков. Смотри, они прям сзади светят. Ай, виллы какие-то, виллы. Я такие виллы ни разу не видел, я видел только 4, по-моему. Могут и отрубить что-нибудь, надо гребсти. Не отрубить, а воткнуть. Да, 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 надо гребсти. Будем лейкой, беги. Давай, 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 давай. Нет, туда. Давай, давай, прыгай, 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 молодец, какой молодец, вот это молодец. Что там такое, что там такое? Не сюда. Пожалуйста, ну тихо, пожалуйста. Оглянись, куда надо бежать? Блин, что делать? Что это было? Взаимодействовать. Что взаимодействовать-то? А, руби, руби. Бей. Давай, давай, и давай. И мы давайте тоже. Ну как-то с первого раза же не поймешь, правильно, что это надо взаимодействовать. Так, зато мы теперь знаем, куда нам идти. Ну что ты запутался? Вот сюда беги давай. О. Мы знаем, что нам сюда наверх. Почаще бы сохранение сюда, давали. Сюда, сюда, сюда вниз. Сюда встаем. Прыгаем. Бум. И побежали вперед. Да, надо прийти в себя. Это так оно и есть. Только он что-то быстро проходит. Я бы проходил полчаса в себя. Беги, 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 беги. Ух, уроды, поймаю его сюда нахер. Гребем, 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 молодец. Это так сделали, чтоб нам страшно было, на самом деле там никого нет. О, хорошо, о, руби, руби. Блин, они уже здесь. А что там делать, ножкой надо прорубливать, что ли, да? Да, видимо, там надо пробивать вниз себе. Что это пищит? А, это у меня в наушниках пищит. Больше он никаких вариантов не нашел, кроме как... Они очень быстро догнали его. Можешь камеру, кстати, выключить. Ну как рубить? Давай, давай, топчи, 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 топчи. Топчи. Давай. Есть. Ползи куда-нибудь. Контрол. Камера есть? Да что вы пристали к парню бедному, у которого уже все отрублено нахрен. Взаимодействие. Войти, 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 войти! В кроватку? И сохранение идет. Кошь, кроватку захерась. Ох! Все, наша колыбель.
Что это за звуки такие были? Ну что, давай еще до сохранения дойдем, похороны. Никого там не видно. Пристали мудаки. Ножкой прорубил путь. Кто-то тут в клетке, видимо, жил, ага. Смотри. Да-да-да, прорубили окно в Европу, нахрен. Да, тут клетки, я так полагаю, для людей, скорее всего. Ну, а для кого же еще они? Над людьми и издеваются. Вот здесь какой ужасный мир. Шкафчик, в шкафчике можно спрятаться. Бинтики. Бинтики, бинтики. Нет, нам не надо. А кого? Что здесь за место вообще? Да здесь ни хера вообще нету. Можно камеру выключить, а? Как ты не включаешь камеру? Блин, да что это опять темнота? Это батарейка, что ли? Я иду на мигание. Ой, ну его нахер. Считайте опять, ну что у нас? Давайте просто я гляну. Бумага на вес золота, она использована для других нужд, кроме переписывания проповеди. Но тут нужно получить разрешение священника. Кража или порча бумаги будет караться кровавым наказанием. Папа, мы до тебя дойдем. Я уверен, что мы до тебя дойдем. Побреем оставшиеся волосы, которые растут тебе вокруг лысеньки. Вон там, кажется, что-то такое мигает. Батарейка. Мухи. Ну, возьми батарейку тогда. Это проход куда-то дальше. Да, возьми батарейку и пойдем. Вот как раз, видишь, главное, воли. Что у нас тут сохранение. Блин, прошло. Это не батарейка, ё-моё. А что это такое? Бинт. Бинт? Придется идти туда. Чувачок, куда ж ты, пап? Батарейка пока выключай. Не выключай. Не выключай. Хер тебе дерьмово. Поиграй на гитарке. Пошел назад. Выключай. Береги, главное, береги батарейку. Что там за свет? Свет. О, подожди, а мы же в церкви, да? Это какая-то школа церковная, представляешь? Ну и с этими церковными школами. Самое дерьмовое учение в мире. Пойдем. Что там за мудак лежал? Папа, ты умер? Это учительница, бабулька, учительница, кабьес. Don't be... Чего от ра... Не понимаю. Ты идешь в рай, что-то такое. Не от... Чего от рада? Да иди ты со своим отрадом. Что это там такое? Ух ты, ёптую налево, лестница наверх. Нам, скорее всего, сюда, наверное. Ну, иди. Идем до сохранения, выключай. Батареечка, где она? Жесть, как же вы паршиво живете? Фу, отвратительно. Вот он, папа, еще один папа. Мы идем по следу папы. Еще записка и в окно нахрен. Еще одна записка и в окно. Цель. Дети не должны бояться своего долга, а восхвалять его как гарантированный вход в рай. Запомнить, в раю нет боли, отец дал нам жизнь, потому что ваша жизнь принадлежит ему, Бог дал вам жизнь, потому что ваша жизнь принадлежит ему, вы можете не знать, что сами являетесь врагом, ваш страх – инструмент врага, Господь знает лучше, излечит учить, кит спас Иоанна от утопления, Иисус в пустыне с сатаной, Авраам убил Исаака в сердце, проект «Жребий ангелов, кто будет врагом». Пойдем в окно тогда. Да? Все, больше тут нечего делать. Я тогда пойдем в окно. Батареечка. Фу-фу. Неужели сюда? Шел вон Ф. Да, действительно, сюда смотрим. Ой! Все! Здесь мы и тормознемся. Побежали, побегали, попрыгали, покакали, попикали от страху. Сон немножко. Пускай наматывает. Нормально, мы прошли сегодня так, поволновались, покричали, попереживали. Вы тоже, надеюсь, нам переживали. Игра такая действительно она держит все время в напряжении. Подписка на канал, вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте, ставьте лайк. Всем удачи, пока, с прохождения. Пока.